попрошу Андрея, чтобы он взял на себя такую функцию, собрал все фамилии, чтобы мы это время сократили и сразу запустим лотерею после окончания. Итак, я с удовольствием сегодня предоставляю слово провести презентацию. Для нас это всегда такой почетный день, когда с нами Виталий. Он знает все последние новости, он живет прямо в центре, где у нас основные проходят события, где у нас основные люди в Дубае. Поэтому с удовольствием предоставляем слово Виталию. Тебе слово. Спасибо большое, Владимир. Всем привет, привет. Здесь Recording in progress. Из Дубая сейчас в прямом эфире. Поставьте, пожалуйста, в чате, кто из какого города, из какой страны сегодня к нам присоединяется. Очень рад быть с вами сегодня. У меня было лично очень много путешествий за последние пару недель. Я очень рад сегодня с вами быть. И через несколько дней у нас будет глобальное мероприятие во Вьетнаме. Для тех, кто партнеры, для тех, кто гости сегодня, приветствую всем гостей. Будут ошеломляющие новости там, в этом легендарном острове тропическом Пукок во Вьетнаме. Буду спешить вам сообщать все новости от этого острова буквально к концу августа месяца. Я вижу Германия, Москва, Польша, Казахстан, Гамбург, Италия. Вау, я только что вернулся с Италии, со Швейцарии, Казахстан, супер. Украина, Днепр. Я родился в Украине. Deutschland, отлично, супер. Итак, друзья, мы сегодня с вами поговорим о самом быстро растущем блокчейне во всем криптовалютном мире, который имеет потенциал иметь рыночную ценность в более 50 миллиардов долларов. Мы сейчас на самом пути начальном. Кто из вас знает, что такое биткоин? Слышал, что такое биткоин? Сейчас он оценивается примерно в 26 тысяч долларов. Поднимите руки, кто из вас хотел бы оказаться на месте человека в 2011 году, который приобрел биткоин там за 20-30 центов. Поднимите руку. Кто из вас очень бы хотел там оказаться, купить бы как можно больше этих биткоинов по полдоллара, по доллару, неважно, да, хоть за 10 долларов вы тоже бы его купили. Я вижу, много рук поднято, потому что это, конечно же, сейчас нам всем очевидно, что биткоин, он буквально втягивает в себя огромные финансовые ресурсы из традиционных финансовых систем, из разных банков, и буквально это дигитальное золото современное. Биткоин вырос из очень малого до капитализации больше, чем буквально триллиона долларов, да, больше, чем 500 миллиардов долларов. Кто бы мог подумать тогда, да, что настолько эта экономика дигитальная вырастет, и сейчас у нас есть тысячи и тысячи разных монет, у нас есть более 200 блокчейнов, которые люди разработали, буквально многие из них за последние пару лет, и тот блокчейн, о котором мы поговорим с вами, находится в начале пути, и это дает нам колоссальную возможность быть на этом старте и увидеть то, как это развивается в ближайшие месяцы и годы, увидеть большие иксы. Когда я увидел этот проект в 2022 году, я уже изучал более чем 5 лет криптовалютные рынки, циклы рынки и что позволяет монетам расти, что это в первую очередь это сообщество людей, это разработчики, это приложение, которое имеет спрос и пользователя по всему миру. Это именно то, благодаря чему эфир поднялся от 30 центов до 4800 долларов. Это 16 тысяч иксов именно благодаря аппликациям, благодаря тем миллионам людей, которые последовали и пользуются сейчас этим блокчейном. Так вот, мы сегодня поговорим о видении этого проекта, как именно он привлечет более чем 100 миллионов уникальных пользователей. И мы сейчас буквально в начале пути где-то 112 тысяч уникальных пользователей. Да? И как мы будем иметь более 1000 аппликаций. И как каждый из нас может зарабатывать здесь ежедневно.
пассивный доход. Кто из вас хотел бы просыпаться каждое утро, открывать свой кошелек и видеть там больше денег? Каждый раз, когда мы просыпаемся, мы открываем наш телефон, и там мы видим больше денег, потому что они накапали за то время, пока мы спали. Так вот, это абсолютно может стать вашей реальностью. Я хочу вам рассказать об этом уникальном проекте. Я сейчас, это происходит у меня уже долгое-долгое время, несколько тысяч долларов как минимум каждый день. Итак, давайте ознакомимся с проектом. Я хочу вкратце сначала вам рассказать об Ultron Foundation, вот Chain Ultron, поделиться с вами такими большими достижениями, которые блокчейн Ultron за последние 14 месяцев смогло на рынке стать на номер 8 из 200 блокчейнов. У нас есть такой сайт, называется defilama.com, это агрегатор разных блокчейнов, и здесь есть 200 блокчейнов, видите, 204, да? И на первом месте это эфир. У эфира есть TVL, что означает с английского Total Value Locked, то есть общая ценность, которая заложена в стейкинге в блокчейне, 23.9 миллиардов долларов. Эфир имеет 892 протокола. То есть, смотрите, Tron на втором месте, Binance Smart Chain на третьем месте, Arbitrum на четвертом, и Ultron находится на восьмом месте. И 56% прирост за последний месяц, когда мы видим во всех десятке топовых блокчейнов одни минуса за последний месяц. И это нормально, потому что биткоин упал последний месяц, и мы видим также криптовалюты посыпались тоже 10-20%. И это абсолютно нормально. Но Ultron поднялся как раз на 56%, и мы также поговорим, почему, какие есть такие силы, которые поддерживают цену Ultron и постоянное такое давление на цену идти наверх, что это прекрасно. Я хочу обратить ваше внимание, что Ultron имеет всего на сегодняшний день 3 протокола, и четвертый буквально в следующие несколько недель появится как четвертый протокол, самая большая лотерея глобальная, соединяющая все страны, и как возможно с этой лотереей зарабатывать, мы поговорим буквально через 10 минут. И сам факт того, что всего 3 протокола блокчейна Ultron, и он уже на восьмом месте, после 14 месяцев, как первая транзакция появилась на блокчейне Ultron, это огромнейшее достижение этого блокчейна. Значит, на Yolex Scan, это наш Scan Explorer, вы можете видеть 111 427 уникальных кошельков на этом блокчейне. То есть это те люди, которые имеют нативную монету ULX, либо же купили NFT, мы поговорим NFT в этой экосистеме, что они дают. Вот, имеет 7.7 миллионов транзакций, и здесь можно видеть абсолютно все, каждая транзакция в прямом эфире. По плане технологий, все, что можно сделать с другими блокчейнами, с эфиром, Binance Smart Chain и так далее, все можно сделать также на Ультроне, можно создавать проекты, можно токены создавать, можно всю экосистему создавать с кодировкой на блокчейне Ultron. Нам нужно больше аппликаций, да? Нам нужно больше комьюнити, сообщества, то, что мы с вами тоже в этом принимаем активное участие. Итак, Ultron Foundation. Сейчас такое состояние рынка, вы знаете, что централизованные системы, которые контролируют ваши деньги, люди теряют доверие к этим системам, людям страшно за будущее, потому что нет абсолютно никакого контроля. Банки, сколько банков мы видели за последний год, просто развалились, люди потеряли свои депозиты, и деньги теряют свою ценность из-за инфляции, то есть постоянного печатания денег центральными банками. И поэтому блокчейн, конечно же, это решение. Умные деньги сейчас текут рекой из вот этих традиционных финансовых систем в новые системы, что мы называем децентрализованное финансирование, и вкратце на английском это DeFi. И Ultron это именно об этом.
он олицетворяет в себе все, что связано с децентрализованным финансированием, где вы контролируете ваши активы, и с каждым новым пользователем ваши активы, они приобретают больше ценности, потому что здесь нету инфляции. Есть ограниченное количество монет, которые когда-либо могут существовать, и это все заложено в коде. И код на сегодняшний день в современном мире – это закон. Все, что прописано в коде, так оно и будет существовать. Почему биткоин нельзя больше, чем 21 миллион монет выпустить? Да? Потому что это проложено в коде, и этот код заложен в триллионах компьютеров, которые друг с другом согласованы, и, конечно же, никто не может это изменить. Да? То же самое в Ультроне, есть ограниченное количество монет, и это имеет само по себе огромную ценность и отличается от того, как деньги печатаются в мире. Ультрон, он развивает аппликации, приложения, которые доступны всем, образовывает насчет этих приложений и, конечно же, делает так, чтобы даже бабушка и дедушка могли бы пользоваться этими новыми технологиями. Итак, об Ультроне немножко был разработан более чем 40 главными разработчиками, которые раньше работали в таких серьезных проектах, как Polygon, Solana, Polkadot, Hyperledger, Binance Smart Chain и Phantom. До того, как они первые NFT пустили в ход, было уже более чем 2 года разработки с 2019 года, то есть они в свободное время пока работали на других проектах, также разрабатывали код Ультрона. Первая транзакция была на блокчейне 1 июня 2022 года. Это единственный блокчейн, который со своими нативными экосистемами выходит в рынок. И они добились большого успеха, как я уже говорил в самом начале. В топ-10 уже заходит. Можно узнать, конечно, больше информации на официальном сайте Ultron Foundation, там есть прописана и вся карта дорожная, и как это все, то есть для тех, кто особо хочет все прочитать, вся информация там, и white paper, и экосистема, и проекты, инфраструктура, компания, roadmap, как мы достигнем 100 миллионов пользователей. Мы чуток поговорим об этом тоже. Хочу, чтобы вы поняли, что этот проект, он долгосрочный. Здесь очень много разработки. Вот, и мы находимся сейчас в самом-самом начале этого пути. Окей? Значит, CoinMarketCap, CoinGecko, там можно почитать больше информации про Ультрон, на каких рынках он участвует, на каких биржах его можно торговать, как в децентрализованных биржах, так и централизованных биржах. У нас, кстати, есть своя биржа, разработанная Ultron Foundation, называется UltronSwap. Мы проводим тренинги, поэтому вам, если вы новые насчет криптовалюты, не очень хорошо разбираетесь, это окей. Окей, вы можете просто расслабиться, и с нами вы все поймете, вы станете такими маленькими специалистами в этой теме. Вот. И обычные такие действия, как купля-продажа, работа с биржей децентрализованной, станет для вас как почистить зубы. Да? Так же легко, как почистить зубы. Окей. Двигаемся дальше. У нас есть очень мощная экосистема. С помощью этих приложений мы движемся с традиционного финансирования в децентрализованное финансирование. Так, некоторые аппликации, давайте буквально вкратце рассмотрим их. Мы уже говорили об UltronSwap, там можно менять монеты, покупать, продавать, стейкать монеты, зарабатывать вознаграждение, давая ликвидность. Об этом все мы тоже говорим на наших тренингах. Конечно же, у нас, как и у любого блокчейна, есть свой блокчейн Explorer, то есть там можно увидеть все транзакции, все контракты, всю информацию о ваших NFT и так далее. У нас есть сотрудничество с Ивана Татуарт, она очень известная татуировщица, 22 года работает с разными
такими вот знаменитостями. И она свою коллекцию будет на Ультроне выпускать. А Лото Дэй мы поговорим буквально через пару минут. Это самая большая в мире задуманная криптолотерея, которая соединяет абсолютно все страны мира. И как каждый может участвовать и покупая лотерейный билет за $3, он может выигрывать джекпот, минимальный джекпот за 1 миллион USDT, 1 миллион долларов. И более того, как мы можем стать соучредителями, так сказать, этой системы, этой платформы LotoDay и зарабатывать каждый день от доходов этой платформы. Это абсолютно новая возможность, это технологии, которые пару лет назад не были доступны, и сейчас, благодаря этим новым технологиям, этим умным контрактам и блокчейн-технологиям, мы можем реализовать новые идеи в жизни, которые делают нашу жизнь лучше. Да? Флипми карточки, это буквально выйдет очень-очень скоро, где с помощью флипми карточек мы сможем заводить как и фиатные деньги, то есть обычные деньги, да, и криптовалютные деньги, включая монету ULX, и там можно зарабатывать кэшбэк, то есть вы покупаете что-то на эту карточку и зарабатываете обратно возврат денег. Это уникально, до 10%, да, что бы вы ни покупали там в каком магазине, вот, и об этом мы тоже чуть-чуть поговорим. Reshape – это социальная платформа, здесь будет вообще целый мир, где можно обладать своей сетью, где можно обладать своей личностью в этой сети и зарабатывать, как сейчас вы знаете, Facebook, Instagram – это в основном деньги уходят от рекламодателей к тем, кто создал эти платформы. Но новые социальные сети будущего, они построены на другой системе, где вознаграждение получают те, которые строят свою социальную сеть. Ведь мы же построили Instagram, мы же построили Facebook, каждый какой-то свой вклад сделал, приглашал друзей и так далее, и мы построили эти платформы, но не получаем за это вознаграждение. Это то, как один из путей, почему Ультрон достигнет большой известности и очень много миллионов пользователей, как они вот эту вот социальную сеть воплотят в жизнь. NFT Marketplace, конечно же, как и у всех блокчейнов, у нас тоже будет не только на Ультроне, но и на других чейнах. А метавселенная будет все более и более популярная в ближайшие годы, потому что Apple выпускает новые виртуальные очки, и это будет все больше и больше популярно, что люди будут в виртуальных мирах, они будут общаться друг с другом, проводить конференции, и, конечно же, зарабатывать деньги. У нас тоже своя метавселенная, которая выйдет в свет, и там можно будет зарабатывать деньги в ней. Протокол lending and borrowing – это вместо банков, где люди обычно идут в банк, чтобы брать там какой-то долг, да, кредит. То есть здесь lending and borrowing, весь этот кредит происходит на протоколах, окей? Вы можете как брать кредит, так и давать кредит и зарабатывать на этом проценты. Это тоже сам по себе продукт миллиардов долларов. Краудфандинговая платформа, где разные проекты будут свои токены на платформе Ультрон создавать. И, конечно же, это будет помогать им продвигать свой проект, а люди получать токены по самой лучшей цене. Поэтому вся вот эта вот экосистема, да, как из традиционных таких вот платформ, да, как PayPal, Revolut, у нас Flipme, например, да, это все Web2, традиционное финансирование, идет на Web3, это децентрализованное финансирование. И ключ к этой экосистеме – это Ультрон. У нас есть один из главных продуктов – это Staking Hub NFT. Этот NFT, который дает вам обладание кусочка этого блокчейна. И именно благодаря этого вы можете обладать этим кусочком блокчейна без вот этой вот спешки продавать монеты, потому что это именно благодаря чему большинство людей пропускало все доходы. Значит, этот продукт дает вам 5 лет вознаграждений стейкинга и дает вам полностью доступ ко всем частям экосистемы, к новым проектам. И благодаря этому Staking Hub NFT у вас будет 311% прибыли за 5 лет. То есть это будет учетверение количества
монет, ну и сама монета, конечно, может вырасти в десятки раз, то не в сотни раз, как мы это увидим, я вам покажу примеры, да, что само по себе учетверение плюс удестерение и так далее монеты, оно приведет большим доходом для тех, которые будут в начале этого пути. Вот здесь, например, видно, как эфир вырос из 30 центов до 4800 долларов, и это благодаря тому, что за течение 5 лет экосистема была построена, аппликации были развиты, приложения разные, и те, которые не продавали эфир в течение этого времени, они стали очень-очень богатыми, да, значит, у нас есть 100 миллионов пользователей видения Ультрона, уникальных пользователей, более 1000 разных аппликаций, меньше, чем 1% в начале этого пути. Значит, отличный шаг такой вот сделала компания Ultron Foundation, она запартнерилась с компанией Mavi Global. И здесь вот это вот партнерство, которое начало в начале 2022 года, после многих месяцев переговоров, вот это вот все поменялось, вся парадигма, как можно зарабатывать благодаря блокчейну. Потому что Mavi Global — это первая в истории компании, которая запартнерилась с блокчейном первого поколения. То есть это блокчейн, на котором можно строить разные проекты. Итак, Mavi Global – возможность и образовательная платформа для продуктов интернета третьего поколения, то есть то, о чем мы с вами говорим, это децентрализованное финансирование. И как привести 100 миллионов человек в криптовалюту и в децентрализованное финансирование. Значит, немножко фактов о компании. За первый год больше, чем 100 миллионов долларов дохода, 250 тысяч пользователей глобально, и уже открыто около 40 офисов по всему миру. У нас наша индустрия – это индустрия прямых продаж на сайте Business for Home, то есть бизнес на дому. Mavi Global занимает второе почетное место по самой быстро растущей компании. Конечно же, они помогли Ультрону очень сильно и продолжают помогать. Как работает эта модель? Практически большинство affiliate компаний, то есть компаний, которые занимаются маркетингом, они также имеют продукт, который они продают. И благодаря этому они имеют этот продукт, но нет такой мощной базы разработки, знаний, базы разработки. Это ведет, конечно же, практически во всех случаях к неудачи, поражения, к провалу проекта. Значит, Mavi Global, как я уже говорил, это первая в истории компания affiliate marketing, которая запартнерилась с блокчейном первого поколения. То есть Mavi Global, она не обладает продуктами. У них есть платформа, которая вознаграждает, у них есть план вознаграждений, но у них нету, они не обладают самим продуктом. Продуктом обладают вот эти вот Ultron Foundation, да, Lotoday, о котором мы поговорим, FlipMe, то есть эти сами по себе стоящие фундаментально компании, они занимаются разработкой продукта. Это, там эксперты работают в сфере интернета третьего поколения, в сфере блокчейна, и они профессионалы. Поэтому есть здесь просто колоссальный потенциал. Значит, эти компании, мы называем их Web3, Ultron, Lotoday, вскоре FlipMe и другие аппликации, они предоставляют продукты и сервисы людям. Значит, и, соответственно, через Mavi Global. Да, Mavi Global занимается чем? Маркетингом. То есть они помогают маркетингам этим компаниям расти. А мы с вами как входим в эту картину? Значит, мы с вами помогаем с именно самым главным для всех проектов криптовалюты – это сообщество, это люди. Да? Люди, без них проекты не будут проектами. Для кого строятся проекты – это для людей. Поэтому мы с вами помогаем строить сообщество и за это получаем вознаграждение. И так это работает, так компания Mavi Global работает. У нас есть на сегодняшний день два замечательных рабочих продукта. Это Staking Hub
от Ultron Foundation и Gaming Hub от Lotto Day, продукты, которые вам дают ежедневный пассивный доход. И вскоре будет третий продукт Payment Hub с компанией Flipme. Итак, Staking Hub NFT. У нас есть 7 вот этих вот NFT, начиная от $100 USDT до $30,000 USDT. Каждый выбирает себе NFT, который ему по вкусу. И этот Staking Hub NFT – это такой ключевой нативный продукт для будущих тысячи приложений, которые построятся на блокчейне Ultron. И этот NFT дает вам больше ULX, этих нативных монет ULX. Насколько больше? 311% в соотношении от 0% – это гораздо больше. Да? Если вы покупаете монеты Ultron на блокчейне, у вас есть те монеты, что вы купили. С помощью Staking Hub NFT у вас есть 311% больше в течение этого пятилетнего стейкингового контракта. Но что самое главное здесь, помимо того, что вы, конечно же, зарабатываете больше монет, обладая этим NFT, у вас есть доступ к разным экосистемам этого, этой всей экосистемы аппликации. И непосредственно у вас есть возможность строить бизнес, окей? Для тех из вас, кто хочет, это замечательно, там, на свои деньги зарабатывать больше денег, но те из вас, которые хотят заработать миллионы долларов, которые хотят изменить свою жизнь, то здесь нужно строить бизнес, найти бизнес. И компания Movie Global дает такую уникальную возможность за очень-очень маленькую сумму стать бизнесменом, окей? И вы сможете зарабатывать, что называем, резидуальный доход, residual income, вместе с компанией. Без этого NFT это тоже невозможно сделать. Здесь мы видим примеры 3 блокчейнов. Почему важно дать несколько лет, от 3 до 5 лет, чтобы эта экосистема построилась. И мы видим такую вот прямо вот эта вот привязанность, чем больше количество приложений, тем больше цена растет. Вы можете видеть на эфире больше 850 различных приложений децентрализованных. И поэтому эфир вырос от 30 центов до на прошлом рынке бычьем $4,878 была пиковая цена эфира. То есть это больше, чем 16 тысяч раз. И это взяло время. Это взяло время больше, чем 5 лет. То есть те, которые покупали эфир по 30 центов, да, на $1,000 даже, покупая эфир на $1,000, эти $1,000 превращаются в $16 миллионов. Настолько мощный рост цены стоимости эфира. Да? И это благодаря вот этим приложениям. На Binance Smart Chain с 9 центов, можно было купить за 9 центов, вырос до $690, это 7665 иксов, то есть $1,000 превращается в $7.6 миллионов. И Cardano сделал 309 иксов, тоже почетное количество иксов, от 1 цента до $3.1 всего с 20 аппликаций. Вот. Что-то наподобие Cardano я ожидаю в ближайшие несколько лет, что Ultron может сделать. То есть у нас сейчас 3 аппликации. Ко времени 2025 году у нас уже будет дюжина, а то и не больше аппликаций. Поэтому у нас есть все шансы, чтобы Ultron поднялся до $3, как сделала это Cardano, да? А может быть и больше. Но в течение 50 лет, что может произойти, это уже совсем, совсем другой вопрос. Да? Потому что 2 года это одно, а 10 лет это очень большой промежуток времени. В криптовалюте это как световые года, потому что за это время можно построить небоскребы аппликации. Да? Итак, Lotto Day. Давайте поговорим о Lotto Day. Это следующий протокол, который идет на платформу Ультрона. Сейчас я слышу эхо.
Окей. Кстати, тут есть возможность на ваше учтение, этот Владимир, да? Кнопочка, когда все микрофоны поглушены, и люди не могут эти микрофоны включать. Так что не надо никого предупреждать. Эта функция заложена в Zoom. Итак, Lotto Day – это не только об лотерее, это также различные игры, это будет и покер, и казино, и различные гонки, предсказания рынков и так далее, бинго. Эта платформа уже полностью разработана и доступна всего 100 миллионов долларов для участников, которые хотят иметь частичку вот этой вот лотереи. Итак, я хочу вам показать, как это все выглядит и как это все работает, как вы можете зарабатывать ежедневный пассивный доход прямо вам на кошелек, благодаря платформе Lotto Day. Этот рынок – это 450 миллиардов долларов в год. То есть представьте себе, настолько мощная индустрия лотереи. И это логично. Продукт очень дешевый, пару долларов всего. В основном люди заполняют лотерейные билеты и могут выиграть десятки миллионов, иногда сотни миллионов долларов. Если взять всех людей на планете Земля, от младенцев до стариков, то в среднем каждый живущий человек на планете Земля тратит $50 в год на лотерейный бизнес. Да, кто-то, конечно, ноль, кто-то очень больше этого. Да? То есть посмотрите, 100 миллиардов долларов – это американский рынок, 130 миллиардов – это европейский рынок, 200 миллиардов – это рынок азиатский, 17 миллиардов – это рынок Южной Америки. И то количество билетов, которое продается каждый день, в одной Америке это 137 миллионов билетов. И в Германии больше 13 миллионов. Во Франции больше 8 миллионов. В Корее больше 12 миллионов. В Японии больше 9 миллионов. И в Китае больше, чем 101 миллион. Значит, те, которые живут в Америке, если они хотят поиграть в китайскую лотерею, они этого не могут сделать. А те, которые живут в Китае, хотят поиграть в американскую лотерею или в европейскую лотерею, они тоже этого не могут сделать. То есть по тем системам лотерейным, которые работают сейчас, жители этих континентов и стран, они могут играть на территориях своих стран и таким образом участвовать. Но нету глобальной такой платформы, которая бы давала возможность играть в лотерею. И Lotto Day именно создает первую в мире такую платформу, возможность всем странам мира, всем континентам участвовать в одну большую лотерею. И это будет доступно миллиарду пользователей. Да, мы говорим о блокчейне Binance Smart Chain, Эфир, Polygon, Tron и Ultron тоже, потому что между Lotto Day и Ultron есть тоже сотрудничество. И также будет доступно всем людям, которые просто имеют мобильники, да, заходят на аппликацию App Store или на Google Play Store, это 3.6 миллиардов мобильных пользователей. Им не нужно знать ничего про технологии блокчейн, про криптовалюту, они просто заходят, скачивают приложение, играют в Lotto Day, все привязано к карточкам на этих платформах Google Play или App Store, и они и в игре. А теперь представьте себе такую вот картину, да? Если у вас была бы возможность, вот давайте просто сделаем такое вот мысленное упражнение. Если у вас была такая возможность, что вы были в доле с американской лотереей, окей? И кто-то идет в Америке, будь это в Майами или во Флориде или в Нью-Йорке, неважно где, идут в лотерейный билет и покупают лотерейный билет. И так происходит в течение дня миллионы человек. Если у вас есть доля, маленькая доля с американской лотереей, и оно вам будет капать на ваш банковский счет. Кто-то купил лотерейный билет, и вам капнуло пару центов на банковский счет. Кто-то купил лотерейный билет, и вам тоже капнуло пару центов на банковский счет. При таком раскладе у вас очень быстро банковский счет вырос бы в миллионы долларов. Вы стали мультимиллионером от этих центов.
потому что их миллионы, и вы в партнерстве в этой лотерее. Это замечательная идея, к сожалению, она в реальности не существует, и в банковский счет вам никто центы не будет складывать, да? И у вас нет такого партнерства с американской лотереей. Но с новыми технологиями именно эта возможность становится реальностью. И даже лучше, потому что это не только американская лотерея, а это мировая лотерея. И это не просто ваш банковский счет, а это ваш криптокошелек, который вы имеете полный контроль над вашими деньгами. Вам никто не может закрыть ваш криптокошелек. У вас есть ключи, у вас есть доступ в своей такой банковской системе, которая называется ваш криптокошелек. То есть это по всем параметрам лучшее воплощение этой идеи, которая минуту назад, вы понимаете, что вы можете очень много заработать, если вы имеете такое партнерство. Так вот, эти новые технологии, мы называем их NFT, с помощью вот этих вот NFT вы имеете право на доходность лотерейных билетов, на все прибыли лотерей. Как это будет работать? Значит, человек покупает билет лотерейный, 50% от этого билета, $3, да, идет на призовые, на призы. Это может быть $1 миллион, да, $1 миллион приз. Конечно же, это минимальный джекпот, потому что чем больше билетов куплено, тем джекпот будет расти. То есть это может быть 5 миллионов, 10 миллионов долларов, когда первый такой джекпот будет выплачен. И это при угадывании 7 цифр из 49. Да? Если человек угадывает там, 6 цифр, или 5, или 4, или 3, или 2, там будет меньше призы. Ну, тоже какие-то призы. И каждый 7-й билет запрограммирован, что что-то выиграет. Поэтому эта лотерея будет иметь еще больше спрос, потому что в традиционных лотерейных билетах каждый 27-й билет что-то может выиграть. Какие-то копейки даже, но что-то выигрывает. А здесь каждый 7-й билет, поэтому люди будут просто покупать 7 билетов. Минимум 7 билетов. Раз, $20 и покупают. Или больше, да? Значит, здесь получается так, что 50% идет на призовые фонды, 10% распределяется тем, кто обладает NFT. Вот эти вот 10%, вот, допустим, $100 миллионов продаж было лотерейных билетов, значит, $10 миллионов распределяется всем, кто обладает NFT. И вы получаете свою долю в зависимости от того, какой процент от вот этих вот денег вы обладаете, какой NFT у вас есть. Окей, чем лучше у вас NFT, тем больше долю вы получаете. Давайте пойдем дальше, как это работает. Значит, помимо этих 10%, у нас есть 5% рефералка, то есть если вы приводите кого-то играть в лотерею Lotto Day, ихний счет, ихний кошелек привязывается к вам. И каждый раз, что они покупают лотерейные билеты, вам капает 5%. Это тоже мощная система, которая позволит увеличивать пользователей Lotto Day, потому что есть компании, которые уже имеют датабазу миллионов клиентов в гейминговой индустрии. Они будут посылать Lotto Day направление, люди будут играть, и они будут получать 5% от этого. Еще 5% идет на покупку ULX, покупка и сжигание. То есть у нас в Ультрансвапе есть у нас возможность там покупать монету ULX. Значит, сейчас она равняется 14 центов. Представьте себе, если будет по несколько миллионов долларов каждый день покупаться лотерейные билеты. Это означает, что 5% от этого, то есть 100-150 тысяч долларов, 200 тысяч долларов, да, каждый день, покупка монеты ULX и сжигание. Покупка и сжигание. Сжигание – это означает, что эти монеты никогда не могут быть в циркуляции. То есть это потихонечку будет уменьшать циркуляцию монеты ULX. И чем меньше, конечно же, монет, тем больше эта монета может стоить. Да?
То есть вот эти вот постоянные сотни тысяч долларов ежедневные, вливающиеся в UltronSwap, конечно, сыграют свою роль. И только благодаря этому, только благодаря этой одной аппликации цена монеты может вырасти значительно. Значит, у нас есть 30% оперативных различных расходов и на маркетинг, конечно, чтобы это было больше популярно. Значит, из этих 100 миллионов долларов сейчас идет предпродажа 30 миллионов. Эта предпродажа имеет особые условия. Предпродажа означает, что вы обладаете этим NFT еще до того, как эта аппликация вышла в свет, что люди начали покупать лотерейные билеты. И в свою очередь это дает вам преимущество. Тем, которые покупают эти NFT заранее, в этой первой предпродаже в 30 миллионов долларов, они имеют возможность зарабатывать больше. Значит, как это работает? У нас есть 7 NFT, да? У нас есть $100 NFT, 300, 500, 1500, 5000, 12,5, 30 тысяч. Чем больше NFT у вас, тем больше иксов он дает. Это максимальная выплата этого NFT. Если у вас NFT на $1500, этот NFT вам будет давать ежедневный доход, пока у вас не накопится $7500. И в этом случае вы также сможете опять этот цикл повторить. Я вам об этом расскажу буквально через минуту. То есть, если у вас NFT на $5000, у вас 6 иксов, $30. Если у вас NFT на $12500, то вы получите 7 иксов или $87500. Если у вас NFT на $30000, всемогущий дракон, то у вас 8 иксов, $240000. Оно будет продолжать капать вам каждый день в USDT, USDT непосредственно на ваш криптокошелек, пока эти все иксы вам не будет выплачено. От чего зависит количество этих USDT, которые будут выплачиваться вам каждый день? В первую очередь это зависит от доходности лотерей. Чем больше будет лотерейных билетов покупаться по всему миру, тем больше распределений у вас будет в этот день на ваш криптокошелек. И вторая здесь фактор – это когда вы покупаете этот NFT. Если вы покупаете этот NFT заранее, сейчас идет пятая стадия, первые четыре уже раскуплены. Это сколько у нас получается? $25 миллионов уже раскуплено, осталось последние 5 миллионов. Последние $5 миллионов. И в этой стадии сейчас, стадия пятая, $2.5 миллиона, здесь можно получить на 30% больше ежедневных выплат, потому что у вас будет на 30% больше доли очков в этой, доля от этих 10%, да, на 30% больше. То есть выгоднее, чем те, которые купят позже, не в предпродаже, да, оставшиеся 70 миллионов, у них не будет таких привилегий, как у тех, которые есть сейчас. Вы можете получать более быстрые ежедневные выплаты и достигать ваших иксов быстрее. А также с этими NFT, которые на предпродаже находятся, у вас есть неограниченная возможность свою долю расширять. То есть по мере того, как эти иксы выплачены полностью, вы сможете повторить, да, вы сможете повторить, то есть 30 миллионов долларов это первая предпродажа, если вы включаетесь в эту первую предпродажу, когда вы с вашим NFT, вы сейчас можете купить сколько угодно NFT, да, но на эти NFT, которые вы купили, когда они доходят, выплачивают вам эти иксы полностью, вы можете выкупить эту долю заново и получать те же доходы на те же условиях, да. То есть, если у вас NFT на $5000 и выплачено вам $30000, то вы сможете опять свою долю выкупить на $5000 и опять зарабатывать так. Это, конечно же, офигенно все звучит, да, и как это все вмещается в жизнь. Я просто не вижу ни одного аналогичного такого продукта нигде на рынке. Это уникальное предложение, которое есть только здесь, с нами, с LotoDay и с Mavi Global.
Поэтому люди раскупают эти NFT как горячие пирожки. Вот, и можно посмотреть в этом примере на 30 тысяч долларов, да, у нас есть, допустим, 1,2 миллиона лотерейных билетов по USDT лотереи, ULX лотерея тоже будет, это лотерея, где разыгрываются монеты ULX, и также Prediction Markets, это рыночные какие-то, то есть вы предугадаете, рынок пойдет вверх или рынок пойдет вниз и так далее. При таком вот раскладе, то у вас время до максимальной выплаты это 304 дня. Значит, время будет варьироваться. Здесь никто не гарантирует временные какие-то гарантии, да, как быстро вы получите эти иксы. Единственное, что гарантировано, это что умный контракт будет вам выплачивать эти USDT, USDT по мере продажи этих билетов лотерейных и доходности проекта. Все. То есть, если покупка билетов, у вас капают USDT. И это все прописано. Yesterday, you have go to the gym at 10:30 a.m. Ой, не знаю, что это было. Окей. Значит, это Abloto Day. Значит, вернемся сейчас с вами немножко обратно в нашу другую презентацию. Я хочу вам показать кое-что. После Lotto Day у нас будет также Fleet Me. Наш продукт Fleet Me. Это Fleet Me карточка, которая дает вам банковский счет, виртуальная карточка, физическая карточка, которая может вам выслана прямо на вашу почту. Да? Криптовалютный кошелек, ваш IBAN аккаунт. И по всему миру эта карточка будет высылаться, и вы можете совладать вот этим вот Flip Me NFT и благодаря этому зарабатывать с этой платформы. То есть как это будет работать? Есть 5 видов карточек, оно дает 10, до 10% кэшбэка, то есть наличных обратно. И здесь оно работает также с Google Pay, и с Apple Pay, то есть абсолютно будет востребованный очень продукт, и пополнится наша коллекция третьим продуктом, как вы можете зарабатывать с компанией Mavi Global. То есть я люблю этот слайд, здесь показано такое вот очень четкое представление. У нас есть Ultron блокчейн, это такое вот основание, это база. У нас есть план по построению богатства и выхода на пенсию, так сказать, да. Это Staking Hub, где вы покупаете, у вас учетверяется количество монет. У нас есть ежедневные выплаты в USDT. Это благодаря Lotto Day и благодаря Flippy вы будете получать ежедневные выплаты непосредственно на ваш кошелек. И в дальнейшем, как вы видите на этом слайде, будут более 1000 различных аппликаций. То есть мы в самом начале пути. И с каждой такой аппликации мы будем зарабатывать пассивный доход. Поэтому Юра Каспаров всегда говорит о наследстве, да, о том, как мы можем зарабатывать на многие года вперед и ставить большой такой вот поток денежным нашим будущим поколениям. Когда мы видим вот этот вот слайд, то нам понятно, да, то большинство людей пропустила, я пропустил тоже вот эти вот феноменальные иксы. Solana это был 1295 иксов от 20 центов до 259 долларов. BNB 7600 иксов. Эфир 16000 иксов. Когда Ultron вышел, еще до того, как он вышел даже на биржу, я уже покупал эти NFT по одному центу. И как только Ultron вышел на биржу, я купил Ultron в первые 3 минуты. Я даже сделал небольшую ошибку, потому что я знал, когда Ultron выйдет на биржу, и я начал деньги вливать буквально за пару минут до этого времени. И поэтому есть люди, которые нажали на кнопку раньше, чем я. То есть там буквально все стартовало в ту же минуту. Я это очень четко помню.
И я знаю, что это стартует, а у меня еще деньги туда полностью не перевелись. Я туда как можно больше денег, и я хотел купить эту монету первым. Я, по-моему, купил в первые 5 минут. Первые 5 минут, как только это вышло на рынок. И это было очень, очень прибыльное решение. Я купил монету на где-то на 45 тысяч долларов. Вот. И до сих пор это дает мне очень хороший пассивный доход, то, что я купил эти монеты. И сейчас у нас они сколько? По 14 центов стоят. Я думаю, они дойдут до пару долларов, 2-3 доллара, как минимум, на нашем следующем бычьем рынке. Да? Это до где-то середины 2025 года. То есть у нас есть два прекраснейших года, когда... А рынок криптовалют, если вы изучаете немножко анализ циклов, у нас есть 4-годные циклы. 3 года мы поднимаемся, 1 год опускаемся. Почему это так? Благодаря биткоину. Биткоин лидирует рынок. И в биткоине прописано, что каждые 4 года количество биткоинов оно в 2 раза меньше уменьшается на рынках. То есть если это изучать очень четко, на графиках прямо до миллиметра. У нас уже все просчитано. Где-то до мая-июня 2025 года мы увидим феноменальный рост. В основном он начнется в 2024 году. То есть этот год, 2023, скажем так, это еще такой подготовительный год. Это год, где люди сейчас закупают. Умные деньги закупают сейчас, когда мы выходим из вот этого вот медвежьего рынка, они сейчас закупают. За последние 3 недели один кошелек закупил на 3 миллиарда долларов биткоина и стал третьим самым большим обладателем биткоином по всему миру за последние 3 месяца. И все сейчас думают, кто это, кто это? Кто закупил 118 тысяч биткоинов? Я думаю, что это BlackRock, самая большая финансовая фирма на 9 триллионов долларов. И вы знаете, что к чему это все приведет? Когда эта фирма вступает и говорит, я хочу, чтобы на всех акциях, на всех биржах люди могли покупать биткоины, институционные клиенты могли покупать биткоины. Что это означает? Биткоин вырастет. Они закупают сейчас миллиардами. Биткоин вырастет. И, конечно, когда биткоин растет, за ним следуют остальные монеты. И рынок поднимется. Сейчас он 1 триллион. Я думаю, он будет 10, 15, 20 триллионов долларов. Мы это посмотрим в ближайшие пару лет. Но Ultron, он маленький, начинающий такой стартап-проект, который очень быстро растет. Поэтому сейчас те, которые они не зевают, они заходят, они покупают монету и будут хорошо кайфовать следующие несколько лет. Значит, вы можете быть клиентом, вы можете зарабатывать пассивный доход, то есть покупаете NFT, кайфуете, окей? А также вы можете стать бизнес-партнером. Когда вы бизнес-партнер, когда вы строитель бизнеса, то у вас не только пассивный доход, у вас также активный доход. Это комбинация, когда вы в бизнесе являетесь. И почему мы называем это активным доходом? Потому что мы сейчас здесь с вами что-то активно делаем. Да? Мы не пьем пинаколаду где-то на острове и вообще ничего не делаем целыми днями. То есть мы что-то делаем. Мы как-то здесь очень продуктивно проводим время. Вот, и Юра это прекрасно понимает. Да? Юра там спит по 6-7 часов, потому что он хочет построить 10 миллионов долларов дохода на следующий год. И это абсолютно реально. И здесь в этом бизнесе, чтобы вам стать бизнес-партнером, вам всего нужно дополнительно иметь бэк-офис подписку на 49 долларов. То есть 49 долларов – это все ваше вложение в бизнес. Где увидеть такой бизнес офигенный? Обычно бизнес, там столько вложений вам нужно, чтобы его начать. Здесь, чтобы начать, 49 долларов. У вас есть продукт, вы клиент, отлично. Но чтобы быть бизнесом,
вам также нужно вот эти 49 долларов. И потенциал здесь зарабатывать миллион долларов в неделю. И это тоже не предел, потому что у нас есть партнеры, Юра знает кто, которые... Recording stopped. Миллион долларов в неделю – это далеко, далеко не предел. Да? Это миллион долларов в день больше цели. Но я думаю, что здесь для всех присутствующих на этом вебинаре миллион долларов в неделю – это феноменально. И даже Recording меньше. In progress. Итак, здесь мы с вами поговорим о том, как работает наш план, как мы можем быть бизнес-партнерами. Кто здесь, кто хочет заработать сотни тысяч, а то не миллионы долларов? Скажите «да» или поднимите руки, или напишите в чат. Окей? Кто хочет обладать такими вот способностями, знаниями и достичь такого вот успеха. Сотни тысяч долларов, миллионы долларов заработать в бизнесе, как бизнес-партнер. Окей? Я вижу очень много людей, которые пишут «да», это очень замечательно. Это значит, что мы находимся вместе в этом времени, в правильном месте, вы правильные люди, которые здесь собрались. Зачем задавать очевидные вопросы? Потому что не все хотят. Многие люди их устраивают, ну, устраивает обычная работа, но, к сожалению, это благодаря таким вот очень многим негативным убеждениям. И мы очень много работы делаем, Юра подтвердит, о том, как научить думать и действовать как мультимиллионер. Потому что когда вы начнете думать и действовать как мультимиллионер, у вас будет определенное убеждение, у вас будет определенный подход, установки, и вы, соответственно, будете принимать действия, которые приведут вас к этому. И мы вас этому обучаем. То есть, становясь партнерами этого бизнеса, вы не только просто имеете бизнес под ключ, но у вас сразу же появляется доступ к десятилетиям опыта и к мультимиллионерам, которые будут вас обучать, как это делать. Я знаю сам этот путь. Я зарабатывал еще... Ну, последний раз у меня была работа 10 лет назад, когда я работал где-то более 10 лет назад. За последние 10 лет у меня нет работы, и я прекрасно существую без работы. Я безработный, потому что есть бизнес, да? И последние вот 7 лет у меня полностью все доходы от криптовалюты, да? Все от этой системы криптовалюты. И сейчас это тоже так. И я вам хочу сказать, что это прекрасно. Это лучше, чем иметь работу. Но я когда работал, я зарабатывал $1000 в месяц. И на то время, да, это было окей, это нормально. Это, ну, более-менее так те, кто имели работу, зарабатывали. Да? Но сравнить это с... 100 тысяч долларов в месяц, это 100 иксов, да, и с тех времен я изменил свое мышление, я изменил свои действия и заработал миллионы долларов, и я могу вам сказать, как это сделать, потому что я сделал это, и я знаю, что это возможно, и я знаю, что возможно, начиная с какого-то очень маленького капитала, даже минимального, там, не знаю, $500, можно это превратить в миллионы долларов. И это возможно. Конечно, бычий рынок может помочь в этом. Это всегда помогает приумножать капитал. Вот. И да, Юра говорит, что он уже 32 года не имеет работы. Я, конечно, не соревнуюсь с Юрой.
Давайте посмотрим следующие 5 минут, как работает наш план в компании Mavi Global. Сейчас открою вам презентацию. Этот план простой, но очень прибыльный. У нас есть партнеры, которые достигли 3,5 миллиона долларов уже доходности за буквально год, да, за один год. У нас есть стейкинговые хабы, которые учитывают количество монет, дают ежедневный доход монете ULX. Это ваша частичка блокчейна Ultron. У нас есть гейминговые хабы NFT. И эти гейминговые хабы – это частичка владения платформы LotoDay. В USDT вы получаете каждый день. Итак, мы с вами знаем, что зарабатывать все бонусы. У вас есть подписка на бэк-офис, это 49 долларов. Это выходит где-то сколько? Несколько долларов в месяц. То есть где-то кофе, одно кофе в месяц. И вы в бизнесе, да? Значит, у нас есть прямой бонус 7%. Кто-то по вашей ссылке заходит в кабинет Mavi Global, покупает NFT, вы зарабатываете 7% в USDT. Окей? Это бонус прямой. Дальше у нас есть бонус быстрого старта. Вы спонсируете 5 человек напрямую в течение 30 дней. Они покупают тот же NFT, что и у вас, и вы получаете бонус быстрого старта. Это 50% возврат на покупку вашего NFT. То есть, если вы купили на 5000 долларов NFT, и 5 человек тоже купили на 5000 долларов, вы с этим бонусом получаете обратно 2500. Дальше у нас есть тим-бонус. Это командный бонус. Это самый классный бонус, потому что он вам дает снова и снова и снова вот эти вот 10%. Значит, как это работает? Все клиенты и бизнес-партнеры, они у вас попадают либо в левую часть команды, либо в правую команду. И левая и правая команда делает обороты продаж, объемы продаж. Okay? Значит, какая-то из них будет делать больше, какая-то меньше. Та, которая меньше, она будет догонять, та, которая больше. И по мере того, как она догоняет, вы зарабатываете эти 10%. И эти 10% идет в глубину. То есть это может быть человек, там, не знаю, на 20-30 поколений как, ниже, которого вы не знаете вообще. И он покупает NFT, вот, и вы зарабатываете. Поэтому здесь, в этом бизнесе, даже имея несколько, там, 5 личных партнеров, с которыми вы работаете лично и строите бизнес, этого достаточно, чтобы построить, чтобы заработать миллионы долларов. Да, вам не нужно здесь очень много количества партнеров в этой системе. Достаточно там 3-5 человек, которые активно будут строить с вами бизнес, вы будете им помогать, вот, и, соответственно, ваши доходы будут расти. По этому бонусу у нас есть такое вот ограничение. Это ограничение, это 5000 долларов в неделю, и можно его повысить, если вы покупаете более большой NFT, на 10 тысяч, 20, 30 тысяч долларов в неделю с первого же дня. Также вы можете продвигаться по карьерной лестнице и повышать вашу вот эту вот недельную, сколько вы по этому бонусу можете зарабатывать. Если бы не было этих ограничений, то чисто математически компания бы выплачивала много, очень много денег, больше денег, чем она может выплатить, и это, конечно, нехорошо. Это хорошо краткосрочно, но долгосрочно это нехорошо, потому что компания, нам нужно, чтобы она существовала много-много лет, а для этого нужен здоровый баланс. И она и так выплачивает здесь практически 50% от каждого NFT, она выплачивает это партнерам компании. Значит, мы здесь продвигаемся по карьерной лестнице, мы зарабатываем призы. Значит, это 500 долларов, 1000 долларов, 1500 долларов, 3000 долларов, 10 тысяч, 15 тысяч долларов, 30, 90, 150, 450. У нас есть 10 миллионов долларов, это легендарный GOAT, greatest of all time, это этот ранг. 10 миллионов долларов призовой бонус. Совсем даже неплохо.
Конечно, это не просто достичь этого бонуса, да, но это возможно. У нас есть несколько амбассадоров сейчас, которые достигли бонусов 450 тысяч долларов и идут на следующее. Это Royal Ambassador 750 тысяч долларов, потом 1,5 миллиона. Значит, помимо этих призов, вам также открываются матчинговые бонусы. То есть ваша команда получает командный бонус, а вы получаете 5% от того, что зарабатывает ваша команда. Окей? И он тоже весьма существенный. Если посмотрим, вот как у меня распределение этих бонусов было до сих пор. По директ бонусу 20 тысяч долларов, по командному бонусу 275, по матчинговому бонусу 165. Вот, по вознаграждениям 64 и другие бонусы 18 тысяч долларов. Окей? Что у вас, то есть, как я говорил, командный бонус, он самый большой такой бонус. И у нас есть также поддержка Yolex. Каждый раз, что вы получаете вознаграждение, 70% идет вам на кошелек, где вы можете в USDT это все снять. Окей, okay. И 30% идет на бонусный NFT. Этот бонусный NFT дает вам тоже 5-летний стейкинговый контракт, учетверяет количество монет, и эти 30% могут стоить гораздо больше, чем остальные 70%. Это ваш форсированный такой ключ к успеху, потому что каждый богатый человек знает, что от своих доходов нужно как минимум 30% копить. На что? На будущее, на финансовое будущее, на инвестиции. Да? И здесь это автоматически уже применено. То есть это не только помогает монете ULX очень сильно, потому что она постоянно покупает монету на бирже, и это замечательно для монет, но также это ваше форсированное сбережение капитала. Okay? Вот эти вот 30%. У меня сейчас накопилось на этом бонусном хабе 1.9 миллионов монет. И в ближайшем времени мы сможем подключить это к системе валидаторов, так как у нас блокчейн позволяет этому. Вот почти 2 миллиона монет. Из них 605 тысяч монет было заработано с стейкингом. Окей? И это дополнительное сбережение, которое будут стоить очень больших денег. Да? При долларе это стоит 2 миллиона долларов, эти монеты. То есть я буду беречь их как зеница ока. Следующие года ничего с ними не делать. И просто ликовать, как наша экосистема растет и развивается. И в принципе, это все. Это то, как мы создаем. А, помимо этого, компания также делает промоушены. То есть она делает ежемесячные какие-то промоушены. Это дополнительные вознаграждения. Мы сможем пройти с вами по этому тоже. Это дополнительные деньги, которые тоже деньги, которые могут попасть. Помимо всех этих бонусов, дополнительные бонусы, которая компания делится с вами. И их, в принципе, не так тяжело заработать. Сейчас я вам покажу. У нас есть промоушен сейчас с 15 августа до 15 сентября. И благодаря этому промоушену вы сможете зарабатывать дополнительные деньги. Как это работает? Значит, у нас есть у вас есть два человека, которые идут в правую команду и два человека в левую команду, окей? И вы зарабатываете дополнительный приз. Если это по $100 направо и налево, то вы зарабатываете дополнительно еще $20. Если это 300, то у вас 60. То есть это 20% дополнительно. Если это по $5000, то это дополнительные $1000, которые вам капают помимо всех остальных бонусов. То есть выгодно вам сейчас, как в принципе и всегда, расти свою команду и чтобы ваша команда росла, и иметь прямых партнеров,
Просто сейчас это дополнительно еще более выгодно, потому что вы получаете еще дополнительные призы. Окей. Я думаю, мы с вами прошлись по всем моментам, по всем фактам. Давайте какие-то вопросы, если у кого-то есть, мы сейчас не обсудим их, проведем лотерею и будем вас продолжать обучать и давать вам последние новости от компании. Вот Recording у нас stopped. Мероприятие во Вьетнаме, и там уже компания нам обещает очень много классных новостей, сюрпризов. Сейчас я включу микрофоны. Я отключил Юра и Владимир. Да, шикарная презентация, просто шикарная. Не забудь запись мне быстро прислать. Чем быстрее, тем лучше. Люди уже просят. Некоторые даже не смогли попасть вообще в вебинар. Столько у меня пишут. Ну, я их успокоил, что будет запись, чтобы они не переживали и так далее. Окей. Шикарный просто вебинар. Еще у нас очень много разных новостей. В следующий месяц метавселенная приходит, разные сервисы. Виталий обмолвился немножко об этом. Flipkart, Universal Visa Card. Мои люди просто excited по поводу этого, потому что некоторые страны, они не имеют вообще, не то что Universal Visa Card. Я надеюсь, все понимают, что такое Universal Visa Card. То есть вы туда будете свои бонусы, свои комиссионные, USDT закачивать. Я туда положу свои биткоины, и эфир, и Ethereal Coin, троны и так далее. Вот, понимаете, BNB, и он также будет работать как обыкновенная виза, я туда доллар заложу и так далее. Вот, кто, как Виктор в Европе находится, он евро туда заложит и так далее. То есть это, поэтому называется Universal Visa, окей? Значит, тоже мы будем получать хорошие бонусы с этого. Поймите, один раз мы делаем работу, да, вот строим организацию, строим. Почему я сплю по 5, по 6 часов? Это временно. Я хочу, я знаю, многие мне звонят, нам важно твое здоровье. Виталий, ты понимаешь, да, почему? Потому что у меня будет здоровье, они станут в следующем году мультимиллионерами. Не миллионерами, мультимиллионерами. В следующем году, естественно, они если купят приличные пакеты, как мы с тобой, и будут следовать нашим инструкциям, окей? Я помогаю всем, ты знаешь меня давно, кто мне звонит. Ни один человек не может сказать, я позвонил Юре, он мне отказал. У меня два телефона, естественно, я постоянно в зуме. Вчера был в 7 разных зумов, да, у меня большие команды, но как я только вижу, что пришел месседж, ты нам нужен или что, ты свободен, я всегда отвечаю. Не имеет значения, человек пятый от меня или шестой или седьмой. Понимаете? Поэтому каждый из вас может стать даймоном. Если я это сделал меньше, чем 3 месяца, вы с моей помощью можете это сделать за 2 месяца. И вот просто посмотрите, как Габриэла я сделал за 1 день сафиром, и сейчас на ваших глазах в сентябре он станет даймоном. Окей? И Виктор это видит, Владимир это видит, Андрей Жариков это видит. Понимаете, кто находится наверху, они видят. Виктор вообще молодец, ставит свой чат как пример, что можно быстро подняться. Понимаете? Да, вы скажете, а вы подписались 3 месяца назад. Это не важно. Важно, когда вы приняли решение. Решение. Все, я устала на босса работать за копейки. Я тоже хочу, как Юра, как Виталий, ездить по всему миру. Окей? Посмотреть мир. Я уже побывал в 65 странах. Только последние 2,5 года я 11 раз был в Дубае. Так что мы постоянно с Виталиком на связи. Да, он вам это подтвердит. Вот, вы не представляете,
Приезжайте в Дубай. Виталий вам расскажет, как мы встречаем наших лидеров. Да? Владимир был со мной несколько раз. Виктор был, Андрей Жариков был. Мы берем на яхты, дорогие рестораны, понимаете? Катаемся на Лубружене. Вот это называется Diamond Lifestyle. И все это возможно для вас, только надо в себя поверить. Окей? Очень много у меня тройных звонков, очень много зумов. Все мои лидеры делают зумы, да, приглашают меня. И, как правило, новые люди, Виталик, говорят, а мы вот там потеряли, а мы вот там потеряли. Вот это меня больше всего, да, потому что, ты знаешь, за 33 года я ни разу не был ни в каких хайпов, никаких пирамидов. И я им отвечаю, а какое отношение это имеет к ультрону? Вы понимаете? То есть, если у человека был какой-то плохой негативный экспириенс, и сразу про будущую программу, которая бьет все рекорды, ты знаешь, мы вторая компания в мире по росту, вторая компания по миру в мире по росту, а мы поставили цель быть первой, понимаете? Мы будем первой. Я вижу, у меня есть вижен, что мы будем в этом году, когда я разговаривал с основателями Ультрона, с основателями Мави, какие ваши цели, какие ваши планы и так далее. И они мне сказали, в этом году до Нового года мы хотим сделать миллиард. Вы знаете, что у нас уже у Ультрона примерно с помощью Мави, естественно, маркетинг-компании, 750 миллионов, где-то в районе 750 миллионов, я слежу за этим. То есть получается, они не только говорят, но они еще, как я, делают больше, чем они обещали. Потому что у нас будет точно больше, чем миллиард. А в следующем году они мне сказали, мы хотим сделать 3 миллиарда. И Виталик это все знает. Поэтому он здесь. Он только делает ультроны Мави. Я сейчас делаю только ультроны Мави. Потому что здесь столько много денег. Вы даже не представляете. Я просто сплю по 5-6 часов, и я мечтаю, чтобы вы имели мой вижен. Вижен по-русски предвидеть. Просто поверьте моему большому экспириенсу, 33 года, все-таки после Amway большого успеха, 3 миллиардные компании построил в разное время. В последней программе я создал 39 миллионеров. И когда журналисты брали интервью у меня и ставили фотографию, статью в Success журнал и In Business, Виталий видел в Дубае, In Business журнал, моя фотография на обложке, а внутри статья. И они меня всегда спрашивали, а вот у тебя была большая организация, а почему 39 миллионеров? Людмила ведет учет, я всегда пишу, Виталик, да, на всех моих вебинарах я пишу, мне не имеет значения, вы пятый, седьмой от меня, вот, кто напишет 3 семерки, после вебинара позвоните мне, если у вас уже поздно, да, там Дальний Восток или еще что-то, Таиланд, звоните завтра, да, и составим план действий, и я вам лично буду помогать. Вы будете мне представлять, а вот это мой бизнес-партнер, бизнес-наставник, понимаете? И всю вашу работу я сделаю. У меня уже 25 сафиров, несколько руби, несколько эмеральдов. В следующий месяц я жду 3 даймона. И все это возможно для вас. Микрофон отключен у Юрия. Но меня постоянно отключают. Я говорю, что есть вопросы по существу. Кто-то хочет узнать больше, как стать сафиром, как стать руби. Только нет, на это можно? Это... У нас да, среду обычно не будет. Давайте мы сегодня Евгений, не будем говорите. Затягивать. Очень можно задать вопрос, Юрий? Владимир, ты очень много говоришь, и вот ты затягиваешь. Еще ни один вопрос никто не смог задать. Евгений, говорите. Здравствуйте всем. Да. Поздравляю с выигрышем всех, вот, кто сегодня выиграл. Очень рада за всех, за вас. Хочу, там я писала, и хочу еще раз сказать, что очень прекрасная, шикарная была презентация, очень... Понятно, все было сказано. Я сейчас вот третий раз на презентации, но на вашей международной такой, скажем, второй раз. В пятницу я тоже выиграла
была среди призеров. Вот. И в связи с этим вопрос, я уже, ну, Светлана меня оформила, мой спонсор Виктор Куприков, а Светлана Хайл, фамилию все время путаю, но она ваша личница, Юрий. Да я знаю, я знаю. Знаете, дальше. Я хотела спросить, вот смотрите, у меня вот этот вот гейм... пакет. Мне теперь какие мои дальнейшие действия, чтобы я могла зарабатывать? И правильно ли я понимаю? Мне сейчас нужно $50 оплатить. Да. $49. И, ну, $49, да, долларов. Да. И затем я могу еще, допустим, вносить $100 или больше долларов, да, и на них покупать монеты. Можно отвечать уже. Евгения, вопрос понятен. Да. Вы понимаете, 33 года я делаю эту индустрию. Вопрос понятно. Запишите, что вам надо делать. Оплатить $49 ваш бэк-офис. Встретиться с Светланой, она все это знает. Пускай поможет вам купить стейкинг хаб. Каждый день вам платят, вы уже три раза на вебинаре, мы говорим, с первого раза некоторые люди не понимают, что каждый день вам платят деньги, включая субботу и воскресенье. И плюс сложный процент. Поэтому чем раньше вы возьмете Staking Hub, тем лучше для вас. Дальше. Уже чуть больше 4 миллиона осталось. То есть где-то в районе 4,5 миллиона осталось. Гем NFT надо купить. Понимаете? Потому что ваше СО это подарок от компании. СО это подарок от компании. Он даже никому не поднимается. Вот Света, допустим, идет на Сафира, на Руби, на Эмеральд. Эти очки не поднимаются, понимаете? Потому что это подарок от компании. Поэтому, чтобы получать приличные деньги, как Виталий говорил, 6x, 7x, 8x, 9x, я по-простому объясняю, потому что многие не понимают даже, что такое иксы. Да-да. 600% прибыли, 700% прибыли, 800% прибыли. Вот так, Светлане, скажите. Я хочу получать 600, 700, 800% прибыли. И она вам поможет взять игровую NFT. И если вы купите на 5000, деньги возвращаются в течение месяца. Никакого риска нет. А потом вам есть калькулятор. Света покажет там. У вас внутри есть калькулятор. И вы увидите, что вы получаете 30 тысяч где-то через 3,5 месяца. Мы вчера с Андреем Жариком это показывали в Зуме. Поэтому Света тоже делает Зум. Приглашает меня, когда я свободен, я захожу. Поэтому работайте со Светой в команде. У вас хороший партнер. Она будет даймоном. В конце сентября она мне сказала. Я ей помогаю. Так что вам круто повезло. Вы вторая от меня. Пользуйтесь моментом. Благодарю. Динар, вы первая цель у вас должна быть. Вот купили эти пакеты, и теперь по бинару. Бинар должен быть активный. Большой чек, который Виталий показывал, 10%, да, с бинара, этот мы называем тимбонус, он идет после того, когда вы подписали одного влево, другого подписали вправо. Я советую всем, вот здесь много новеньких, не идти спать, пока вы не сделаете себе бинар активный. Работайте с вашими спонсорами. Позвоните. Они все это знают. Понимаете? Особенно, если вам крупно повезло, у вас спонсоры Перлы, Сафиры. У меня уже 25 Сафиров. И есть Руби, несколько, есть Эмеральд. Вот. Короче, вам в вашем случае надо обращаться к Светлане. А что-то, если лидеров будете приглашать больших, она соединяется со мной. Все понятно? Да. Ваша да, первая цель – бинар сделать активный. Одного подписать лево, другого подписать право. Да, Юрий, добрый вечер. Давайте это Наталья. Это Наталья. Благодарю. Вчера я была на вашем вебинаре первый раз. Сегодня я второй раз на вебинаре. Да. Я не попала в рулетку, но я не расстраиваюсь. Для меня это не важный показатель. Самое главное здесь для меня – это миллионы можно заработать. Да. Скажите, пожалуйста, регистрация идет по рефералке? Я всех подписываю изнутри. Виталий это знает. Я еще ни разу никому не послал свою рефералку.
Но новые люди, конечно, которые только начали, у вас есть рефералка. Зайдите в свой бэк-офис и наверху, где я говорю, поставьте свою фотографию, да, красивую фотографию поставьте. Учите всех своих людей ставить красивые фотографии. И там справа написано setting, по-русски настройки, окей? Okay? И вы там увидите ваш этот реферку. Вы копируете и посылаете своим подругам и так далее. Я подписываю изнутри, поэтому у меня ни одной ошибки не произошло, да? Как понять изнутри? То есть вы регистрацию сразу в кабинете делаете? Или как да, прям в кабинете я делаю, да. Я ставлю вы правильно. Делаете в своем личном кабинете? В моем личном кабинете, моих персональных, я делаю внутри. И моим персонально помогают. Все понятно. Они мне дают паспорт, и они меня давно знают. И доверяют. Есть, там можно зайти и это... Ага. Внутрь можно теперь зайти. Понятно. Следующий момент. Смотрите, прошла регистрацию, да? Да. Нужно сделать бинар. Я никогда не работала с бинаром. Меня вот. Слышно? Да, я вас очень хорошо слышу. И отвечаю на вам вопрос. Только что я говорил... Я никогда не работала в бинаре. Я это вчера понял. Первое, что надо сделать... Да. Первое, что надо сделать, это подписать одного человека влево, а одного вправо. Я вчера вам это говорил. Да, правильно. И дальше, следующий шаг какой? Вот есть плюсики. Вот нажимайте на плюсик, регистрируйтесь. На плюсики нажимаете в наружную ветку. Напомните мне еще раз, кто ваш спонсор? Ну, меня пригласила Сулайка, но там, я так поняла, сверху Оскар, наверное. Я еще не знакома. Я понял. Оскар, совершенно верно. Я Сулайку пригласил. Сулайка Наталью пригласила. Хорошо, так, Оскар, помоги ей подписать, сделать бинар активный. Ты же знаешь как. Одного влево подписать, другого вправо. Ребята, вы должны наружные ноги строить. Не ставить своих людей, я это вчера говорил, у Андрея Жарикова на вебинаре, у Виктора на вебинаре, я помогаю всем. У Бажан на вебинаре я говорил, что мы строим наружные, мы как топ-лидеры, профессионалы, мы строим наружные ветки. Если вы строите лево, Андрей Жариков в данном случае строит лево, то он крестики, у каждого человека внизу есть два крестика, один справа, это внутренний, и другой слева, наружный. По-русски все понимают, да, наружные. И вы крестик открываете снаружи, туда ставите человек. Вот. И компания вам помогает. У вас у всех в бэк-офисе, посмотрите, написано «сильная нога, слабая». Значит, когда вы сделали бинар активный, один лево, один право, у вас наверху будет написано «квалифицированный партнер». И дальше третьего человека. Мы вчера это все с Андреем Жариком показывали. Да, включи этот... Включи этот доску белую. Вот это надо людям объяснять. Люди вот простых вещей не знают, делают ошибки, ставят во внутренние ноги. А столько много... Правильно пишут люди? По делу надо говорить. Вот это самое главное. Большие деньги идут, если вы правильно бинар строите. Я 2-миллиардная компания по бинару построил с нуля. Я бинар хорошо знаю. У меня ни один человек не стоит во внутренней ноге. Все стоят мои лидеры один за другим, один за другим, один за другим. И все уже получили Blue Diamond обороты. Окей? Okay? Им надо строить свою ногу и все. И вот вам компания подсказывает. У вас одна сильная нога, другая слабая. И куда третьего человека? Андрей, покажи. Вот слабая в данный момент – это правая нога, да? Справа. И третий это, прям прописано в, это прям прописано в кабинете, где сильная нога, да, где слабая? Да, в кабинете. Когда у вас будет бинар актив, когда вы подпишете одного влево, одного вправо, у вас будет написано, что одна сильная нога, которая от спонсора идет, от Оскара будут спускаться там люди, понимаете? И ага. А другая, которую вы должны строить, ну мы вам помогаем, я всем помогаю. Строить вторую то ногу. То есть мы все время строим, записываем людей в слабую ногу, так? Правильно. Вот вы умница, с полуслова понимаете. У меня есть люди, которые месяц подписаны в бизнесе, 2 месяца подписаны в бизнесе, до сих пор у них бинар неактивный, и вот этих простых вещей они не понимают, а потом говорят, а почему к
кто-то получает, Виталий получает большие деньги. Если я зарегистрировалась... Да, нет. Да, говорите. А если я зарегистрировала под себя человека, и он у меня находится в слабой ноге, а он еще не пригласил своих двух человек, но я пригласила еще одного, и он попадает к нему переливом, правильно? Но это мой человек, хорошо, он не считается его. Хорошо, и хорошо, очень хорошо. Вы не сидите, не ждете, когда кто-то проснется и начнет делать бинар. Вы идете дальше, дальше, дальше. Вы думаете, что я кого-то ждал? Поэтому уже скоро будут миллионные обороты. В зачет идет к нему? Нижестоящему в зачет идет эта нога? Если у него активный аккаунт, если он заплатил $49, если он купил какой-то NFT стейкинг, то все очки поднимаются. А если у него нету $49, нету никакого NFT, $49 очки, мы все оплачиваем, да? Очки мимо, все должны обязаны оплачивать, тем более сейчас промоушен. Промоушен, когда вы подписали два человека влево, два человека вправо, и у них $49 есть, компания вам платит бонусы. А я предлагаю всем подписывать 4 человека, особенно новым, 4 человека влево, 4 человека вправо. Вы же не верите, что я двоих людей пригласил или четверых? Подождите, правильно? Смотрите, получается, если 4 человека влево и вправо, это независимо, какая слабая нога, либо сильная, надо подписать сейчас и в левую, и в правую ногу промоушен. По 4 человека в глубину. Правильно, так промоушен. Надо сделать? Промоушен. Вы понимаете, что такое промоушен? Вы хотите дополнительно деньги заработать? Значит, надо писать двоих влево, двоих вправо. А я предлагаю подписать 4 влево, 4 справа. Почему? Потому что тогда компания вам заплатит за двоих, которые взяли большой пакет. Виталий, я правильно говорю? Да. Если подписали больше 4, то компания им платит. Да, лучше подписать. Он взял самый большой пакет, правильно? Да-да, из всех, кто справа подписали до 15 сентября, из всех, кто слева, то учитываются самые большие пакеты для этих двух ячеек. Если они подписали 4, больше 4, да? Ну, конечно, да. Да. Владимир, ты услышал? Это до 15 сентября, да? Промо, да, правильно. Промо работает. Давайте я уточню. Давайте я уточню для тех, кто что-то слышал. Значит, когда подписываете 2, 3, 4, хоть 6 человек, то компания потом выбирает из все равно 2, который наименьший объем имеет. Если и с другой стороны, то и по наименьшему начисляется комиссионная. Откройте, Оле, микрофон, Андрей. И по наименьшему начисляет комиссионный, не по наибольшему, который туда зашел, а из 4 выбирают наименьший и по нему выплачивают. Откройте правила, там так написано. Да, там написано до 4, по меньшему. А когда вы приглашаете больше 4, да, то выбирается больший из всех меньших. То тогда выбирается большой пакет из ваших двоих меньших. Да, меньших. Самый большой пакет выбирается. Это понятно? Да, понятно, спасибо. Вы только начали, Наталья. Вам надо... Андрей, вернись к этой белой доске. Вам надо сейчас подписывать. Понимаете? Поэтому я предлагаю всем подписать 4 человека влево, 4 человека вправо. Потому что, поймите правильно, все не будут работать. Вот сейчас вот у многих такая же проблема. Кто-то должен быть даймонд, не даймонд, потому что спонсорской ноге не хватает одного активного. Кто-то должен быть эмеральд, не эмеральд, потому что не хватает спонсорской ноге какого-то активного. Кто-то должен быть руби, уже давно по оборотам показывает больше, чем руби, но он не руби, потому что в спонсорской ноге чуть-чуть не хватает. Поэтому у вас у всех в бэк-офисе есть ранкинг. Владимир в прошлый раз показывал, и вчера Андрей Жариков показывал, и Виктор показывал вчера. Вчера я делал, Виталий, 7 зумов. 7 разных зумов.
Последний в 3 часа ночи. А в 9 мне уже позвонили. Сплю по 5-6 часов. И прекрасно себя чувствую. Еще один вопрос. 49 Давай. Долларов мы платим единоразово? Ну, в течение года, конечно, один раз. У нас нету каждый месяц никак. Это же не MLM. Это ежегодно, да? Один раз в год. Угу. Все, мы спасибо. По проду следующего года не знаем. Мы с Виталиком находимся в advisory board. И пока, Виталий вам подтвердит, пока все, что я им советую, они это делают. Но во всех компаниях есть renew. Все знают, что renew, по-русски перевести, обновление. Потому что компании мертвые, американские наблюдатели не нужны. Понимаете? Никакой компании, они не держатся за баланс. Все знают, что такое баланс, когда человек подписался, или вы его подписали, и он ничего не делает. Абсолютно верно, ничего. Ты имел в виду слово балласт. Балласт, правильно. Я имел в виду балласт. Окей. Сори, я уже по-английски думаю. Да, по-русски, мертвые как души. Гоголь говорил, мертвые души. Ни одна компания не держится за мертвых душ, потому что им нужны активные, так скажем, члены команды. И поэтому делается обновление. Даже в Amway было обновление. Но оно чисто символическое. Понимаете? Чисто символическое. В Amway было, я уже не помню, потому что я давно продал Amway. И, по-моему, давно было, 30 лет назад было где-то $20. А потом в Genesis Global, допустим, обновление там $29. Ну, вот такие смешные суммы, понимаете? Просто, потому что компания от этого не обогащается, она просто хочет избавиться, как Владимир правильно сказал, от балласта, потому что балласт тащит назад. Все помнят знаменитую басню Крылова «Лебедь, рак и щука». Лебедь хочет взлетать, а щука тащит назад, понимаете? Поэтому вот это чисто символически. И я им предложу, я собираюсь в Дубай обратно. Сейчас просто там очень жарко. Потому что Виталий постоянно у нас ездит по разным странам. Потому что в Дубае сейчас очень жарко. То же самое, как у меня во Флориде. То я жду, когда жара спадет. И я в конце сентября приеду. Но мы будем делать... И я уверен, что Виталий приедет тоже. Скоро ивент в Вьетнаме. Мы будем делать большой... Да, у нас будет большой ивент во Вьетнаме. Но в конце сентября мы будем делать хороший ивент для нашей команды в Турции. И Виталий тоже приедет, потому что все любят нашу Турцию. Светлана только что вернулась домой с Турции. Елена тоже с Германии отдыхала в Турции. Все отдыхают в Турции, потому что там цены намного... дешевле, чем в Дубае, Виталий вам подтвердит. Вот. И натуральная вся эта продукция, фрукты, овощи. И вы можете убить 2 зайца. И слушать, мы будем там проводить наши презентации, вебинары, семинары, тренинги, разные тренинги я буду проводить. И мы здесь вот на 100 человек, но мы все абсолютно разные. Есть 4 персоналити, которые я прошлую среду говорил, найдите эту запись и смотрите, слушайте и так далее, и так далее. Почему один идет как таран, другой спит на ходу, другой обижается. Мы все разные. Окей? Я люблю Виталика как моего брата. Окей? Потому что что у него есть очень хорошая персоналити. У меня очень мало. А вот что у меня есть, он стремится к этому тоже быть фокус, как бы поставить цели, идти, не отвлекаться, всякий дистракшн. Понимаете? Поэтому мы друг друга хорошо дополняем. Понимаете? Я его с полуслова понимаю. Он меня с полуслова понимает. И это у вас тоже будет, когда вы будете работать со своими спонсорами, топ-аплайнами и так далее, и так далее. Окей? Бывает, да. Что спонсор... Я предлагаю, чтобы проводилась тренинг именно
на русском языке, как мыслить правильно, какими правильный подход, ломать убеждения, потому что это быстрее всего приведет к большим результатам. Да. Абсолютно правильно. Когда я провожу большие тренинги, я всегда говорю, если вы поменяете свое мышление, вы поменяете свою жизнь. Поэтому читайте такие книги, как «Волшебство большого думания». Андрей Жарико мне 3 раза уже спасибо сказал. Он мне спросил, какую книгу я ему советую. Он может вам... Книги Харт Экера, например, «Думай как миллионер». «Секреты миллионера». Да. Абсолютно правильно. Think and Grow Rich, «Думай и богатей», Наполеон Хилл, шикарная книга. Дональд Трамп подарил мне книгу «Думай как миллиардер». Понимаете, вы должны думать масштабно. Окей? Еще доктор Шварц написал хороший бестселлер «Волшебство большого думания про success». Про success. То есть, если вы поставили цель стать даймоном, и вы думаете об этом, и вы идете к своей цели, а вас отвлекают, зовут куда-то вас в пирамиду какую-то еще. А вы не должны отвлекаться, вы должны поставить цель и фокус, сфокусироваться. Правильно, Виталий? Сфокусироваться и идти к своей цели. Окей? Я жду как минимум 10 даймонов на Новый год, до Крисмаса. 10. А знаете, сколько написали 3 семерки? Людмила ведет счет, она вам может сказать. Примерно 300 человек, Виталий, написали, что хотят стать даймоном, а я жду только 10. Почему 10? Почему не 50? Почему не 100 в этом году? Потому что только 10 догадались мне позвонить и составить план действий. Могу уточнить, 275. Вот видишь, ну почти 300, чуть-чуть ошибся. Молодец, Люда, мы тебя любим все. Окей? Спасибо, взаимно. Да. А почему 10, Людмила, ты понял, да? Да. Потому что только 10 мужества проявили, действительно хотят стать даймоном, позвонили и составили план действий, и я им помогаю. Да. Есть еще вопрос, потому что Виталику надо уходить. Есть какой-то вопрос, может быть, по Ультрону? Почему Ультрон бьет все рекорды? Мы обогнали. Вы показали, Владимир, сегодня эту таблицу, что Ультрон, ULX сейчас покупается больше, чем биткоин, и Солана, и другие. А может быть, давайте скажем Виталику большое спасибо за то, что он к нам приходит, и его отпустим, поскольку человек занят. А мы продолжим, если будут вопросы. Да. И там уже поздно в Дубае. Виталий, ты знаешь, мы тебя любим. Спасибо, друзья. Да, спасибо. Всегда ждем. Хорошо, хорошо. Супруги, привет. Супруги, привет. От меня. Будем проводить тренинги. Еще раз поздравь ее с днем рождения. Да, спасибо, спасибо большое. А мы еще поработаем. Спасибо. Тогда там привет. Скоро увидимся в Дубае. Ребята, есть вопросы? Маншук, что непонятно? Вот у тебя, Бальжам, у тебя команда растет как крейзи. Есть какие-то огромное вопросы? Огромное спасибо, Юрий. Все поднимайте понятно. Руки, будем видеть. Да. Сегодня наши гости с Маншук выиграли. Да, все 3, Казахстан, наша команда. Поздравляю, Казахстан, просто сегодня день Казахстана. Я рад за вас. Потому что с каждым днем все больше и больше влюбляемся, приходит уверенность. Приглашаем в каждую презентацию своих гостей. Сегодня пришли большое количество, правда, многие не смогли зайти. Ну вот просьба, чтобы расширили комнату. Поэтому, Юрий, вам огромная благодарность. Сегодня действительно презентация прошла на высшем уровне. Спасибо, благодарю. Спасибо. Вопросов нет, изучаем. Ну, в принципе, конечно, по ходу будем. Сейчас не будем занимать время. Да. Все смотрим, зуму пересматриваем. Просто ставьте цель. Вот у вас там есть ранкинг в бэк-офисе. Всегда его открывайте и смотрите. И вам там подсказывает, компания подсказывает, что там должно быть 4 зеленые полосы. Вот у многих, они мне показывают скрипшот, да, и у них 3 зеленые полосы. Знаете, что им надо делать? Работать над последним. То есть компания им подсказывает, вот здесь, вот в этой ноге надо чуть-чуть не хватает поработать, понимаете? Поэтому и идите наверх. Я уже всем моим персональным сказал, да, Андрей вам подтвердит, Владимир тоже, Виктор, что с сентября я буду делать тренинги, проводить разные тренинги.
и про персоналити, и про бинары, и как стать даймоном быстро. Только для голд, перлов, сафиров, руби, эмерал, кто хочет стать даймоном, понимаете? А кто спит и до сих пор не проснулся, и не имеет бинар активный, если человек не слышит, ты понимаешь, мое время дорого стоит, я лучше уделю тем, как вам, которые хотят пойти в даймоны. Вы понимаете? Больше времени вам уделю, чем отвлекаться на людей, которые спят на ходу и до сих пор не проснулись. Уже давно проснуться пора. Сейчас, как Андрей правильно вчера заметил, сейчас очень дорого спать. Очень дорого. Обходится вам это очень дорого. Потому что прямо на ваших глазах исчезает гейм NFT, и все. Из 30 миллионов мы уже почти продали 26 миллионов. Это 4 миллиона, они сейчас разлетятся просто за неделю. И все. Все, двери закрылись. Никаких бенефитов. Не будет 10%. Не будет 5% с реферки. Вот эти, это все дополнительные деньги, которые Lotto Day шерится с нами, потому что мы первое, как это Андрей называет, первопроходцы, да, всегда первопроходцам памятники при жизни ставят, понимаете? Поэтому они это пионеры, как бы, да? Ну, все поняли, что я хотел сказать. Вот. Всегда первым людям, всегда, вы знаете, везде, во всех городах, во всех странах памятники ставят. Почему они были первые, да? Допустим, кто открыл Урал, я помню еще по истории, да, Петр Первый послал человека туда, в Сибирь, и он там завод открыл и так далее. Так ему там памятник стоит, понимаете? Потому что он был первопроходец, понимаете? Поэтому здесь мы с вами первые. Поэтому они решили поделиться хорошим, так скажем, куском пирога, этого большого пирога. Вы будете получать деньги, понимаете? И это долгосрочный проект. Объясняйте людям правильно. Долгосрочный проект. То есть мы один раз поработали, а постоянно будем деньги получать. Вы купили на 5 тысяч, 30 тысяч, 30 тысяч. Будете повторять. 30 тысяч, 30 тысяч. Вы уже не сможете купить потом за 12,5 тысяч, когда распродажа закончится. Поэтому сейчас надо колотить организацию, как это Габриэль делает. И комиссионный вам поднимается, да, потому что у него заходит после разговора со мной, он делал много тройные звонки, на 5 тысяч кто-то заходил, очень многие на 12,5 тысяч, кто-то зашел на 30 тысяч и так далее. Понимаете? И то же самое будет у вас, потому что все обороты снизу поднимаются наверх. Это понятно, очень простая программа. Нету, во многих компаниях, я вот в других компаниях делал бинар, там есть какие-то препоны, по-русски препятствия. Понимаете, что вам стать даймоном, у вас должен быть, допустим, эмеральд слева, эмеральд справа, или два руби слева, два руби справа. Кстати, здесь тоже было в самом начале. И я это все убрал. Я сказал, что это надо убрать основателям, потому что вы тормозите бизнес, окей? И они меня послушали. Поэтому вы даже не представляете, какую работу я провожу. Как бы помимо, вот вы строите, а я еще организационные вопросы провожу. Сейчас в четверг у нас должна появиться презентация на 20 языках, улучшенная, упрощенная. Поэтому я еще раз приглашу Виталика, и он будет эту новую презентацию показывать. Вот. И у вас в чате там, подключайте своих людей в наши частные каналы. Там есть приглашение, как приглашать на 22 языках. И некоторые мне пишут, а мы не видим. Там 22 языка, прям написано на немецком, на испанском, на русском, на польском. Нажмите русский язык, и все. И вам говорят, что надо приглашать 45 секунд. 45 секунд. Кстати, классный инструмент сегодня посмотрела я. Классный инструмент для начинающих.
Поэтому у тебя очень много и приглашенных сегодня. Намного проще, правильно? А то да, намного проще, звонят, да. Обучение классное. 10 минут говорят, а потом говорят, я ему говорю, а он не зашел. А что ты ему, ты что, его уговаривал? Нельзя здесь уговаривать. Ребята, здесь, чтобы стать даймоном, надо знать хорошо психологию людей. 4 персоналити, есть разные 4 персоналити. Понимаете? Есть вопросы еще? Что непонятно? А скажите, последний запись сегодняшнего вебинара, запись будет у вас в телеграм-чате? Мы это уже все говорили. У нас всегда есть записи. Я на ваши глаза сказал, Виталий, пришли мне записи. Да. Мне нужно же время. Да. Владимиру нужно время, чтобы вот эти шумы убрать. Поэтому учите своих людей, чтобы они правильно, грамотно пользовались своими микрофонами. Поэтому мы уже отключаем, потому что мы делаем запись, нам нужна чистая запись. Нет, отлично. Я посмотрела, Юрий, ваш телеграм. Вчера вы меня подключили, и я увидела там вот эти темы по вопросам. Это вообще просто круто. Это настолько, ну, насколько я знаю, но даже для меня это было вот нонсенс. Это большая помощь. Вот поэтому то, что вы выкладываете, если есть такая возможность, чтобы меньше дергать вас, выкладывайте туда, а мы оттуда будем брать то, что нам поэтому надо. Поэтому надо своих людей туда тоже подключить. Да, да, там да. Там линк есть внизу. И научи, перешли этот линк своим людям, и они пускай научи их пальцем нажать. Так все просто. Пальцем нажал и попал в этот канал. И пускай они тоже информацию. Потому еще что вот некоторые мне пишут, понимаешь, некоторые мне пишут, а я в дороге. Или я где-то, да, там, допустим, на аппойнтменте у дантиста. А я смотрю, я этому человеку построил несколько человек, команды. Ни одного человека нету на вебинаре. Потому что как человек думает, если меня на вебинаре нету, не надо им посылать линк и так далее. И поэтому у некоторых бизнес тормозится. А чем это хорошо, вот это вот, я даже мечтать не мог, чтобы в Amway у меня были такие инструменты. А что это хорошо, что человек не зависит от спонсора, понимаете? У некоторых спонсор подписался на 5 минут или на 10 минут или на один день раньше. Поэтому, если он будет сидеть и ждать, когда ему спонсор пришлет приглашение на вебинар, это может вообще никогда не произойти. Поэтому, а так вы туда в телеграм-канал поставили, и он все видит то, что вы видите. Я очень львиную работу мы делаем с англоязычным, переводим на русский язык тексты, понимаете? И поэтому наши люди это читают, видят, что мы растем, бьем все рекорды. Сейчас только надо процветать. Ребята, на прощание я вам скажу, такой шанс один раз в жизни бывает. Один раз в жизни. Второго шанса такого я даже не представляю. И еще один такой вопрос. Давайте. Да, последний вопрос, Юрий. Ну, это нескромно. Могу ли я взять ваш контакт? Ну, по каким-то таким вот вопросам, которые лично, да, у меня. Я не собираюсь прыгать через голову спонсора. Я понимаю. Но бывают такие моменты, которые я могу задать только. Давайте я вам объясню, как эта система работает. Я же старая школа, понимаете? И у нас в Amway нам разрешали, поэтому я же не слушал моего спонсора. Мой спонсор потом бросил бизнес, понимаете? Я хотел стать даймоном. Поэтому я слушал моего дабл даймона Фред Хартайса. Вот. И нам в Amway учили, что выберите двоих, можно даже троих бизнес-наставников, потому что один, допустим, будет занят где-то в поездке, допустим. Компания хочет, чтобы я там выступал, во Вьетнаме выступал, еще где-то выступал. И вы можете позвонить другому. Мои контакты у всех есть, у ваших спонсоров, у Оскара есть, у меня постоянно пишут. Спокойно можете взять. Потом, вы понимаете, что я 33 года в индустрии? Да. Если заходите на Facebook, пишите Каспаров, две фотографии мои выходят. И написано «Public figure». Окей? И фотография, я выступаю там на 35 тысяч на стадионе, и внизу фотография с Дубая, и написано Unstoppable, Юрий Каспаров Unstoppable. Окей?
На LinkedIn, на LinkedIn у меня 30 тысяч учеников, 30 тысяч бывших teammates с разных компаний. Я же 3 миллиардные компании с нуля построил. А другие 7 тысяч в очереди стоят. У меня юзернейм таблица. Вот, надо поменять на Top Diamond. Даже руки не доходят. И очень легко, сейчас 21 век, понимаете? Очень легко найти. Я уже 20 лет про себя не рассказываю, потому что на Западе меня все знают. И Андрей вам расскажет, он очень хорошо разбирается в social media, он блогер, он меня давно знает. И у него есть YouTube-канал, и там у него 20 тысяч подписчиков. Вот сегодня ночью, завтра он уже будет Руби, я ему сделаю хороший ролик, и он выставит там на 20 тысяч подписчиков. Не нужно будет ему гоняться, кому-то звонить, кому-то уговаривать. Они сами увидят этот ролик, который компания сделает, и будут ему писать: Андрей, что происходит? Ты новую программу? Как мне пишут на Facebook, я там ставлю фотографии из Дубая, каждые 3 месяца я в Дубае. А мне пишут: а что ты в Дубай переехала? А что ты там делаешь? Ну, умные люди, они понимают, что я же не просто так еду. Только дорога занимает 15 часов. Прямой рейс. Представляете? Прямой рейс. 15 часов. Посадить меня куда-то на 15 часов, это вообще нереально. А сейчас Виталий мне вчера говорит: а ты понимаешь, что тебе будет нужно 30 часов ехать во Вьетнам? Да. Да. Уже. Андрей. Да. Он всегда соединял со мной. У меня, спасибо, да, да. Да, у меня к нему только один вопрос: как быстро сделать даймонда? Все, остальное, все, естественно, это от нижестоящего. Это очень хороший вопрос, очень хороший вопрос. Позвони. Андрей вам даст мой телефон, вы позвоните. Все, все, спасибо. Будьте на связи с Андреем, потому что он на ваших глазах будет даймондом в этом году уже. Окей? Поэтому все это реально. Я жду 10 даймондов. Кто догадался мне позвонить, и я персонально им помогаю тоже, и так далее, и так далее. Вы в хорошей команде. Я персональный спонсор Андрея Жарикова, так что вы близко ко мне. Мы всем помогаем. Вчера делали, позавчера, Zoom для Оскара и так далее, для его людей. Серьезные люди он приглашает там. Человек хочет зайти, думает, на 30 тысяч или 12 тысяч, половиной минимум. Вот. Поэтому здесь очень быстро вы поднимаетесь. Здесь не нужно, как Виталий сказал, много народу. Здесь нужно честолюбивые, активные, позитивные, вот с каким-то экспириенсом сетевым или криптокерренси. Пригласите их. Окей? Да, это Кристи говорил, мой партнер, который первый стал амбассадором. Он говорил: первый раз в жизни я сплю спокойно, потому что до этого он тоже побывал в пару программах, где закрылись там через 3 месяца и так далее. Поэтому, и Кристи, кстати, говорил, что наши люди будут, почему он спит спокойно, потому что наши люди будут получать пассивный доход 20 лет, 25 лет, 30 лет. Поэтому вам всем крупно повезло, только надо серьезно к этому подойти, серьезно, окей? Владимир, ты хочешь пару слов сказать? Вот у тебя в Таиланде уже, наверное, 2 часа ночи, и ты не пропустил ни одного моего вебинара на русском языке, ты не пропустил ни одного нашего вебинара на английском языке. У тебя 6 человек уже выиграли лотерею. Расскажи, как я тебе помогаю. Владимир, микрофон. Да, у нас уже 2:30 ночи. Ну, в принципе, только все начинается. Я уже вышел как бы на тот режим, как вы говорите, вы тоже как бы... Очень часто и в 5, и в 6 утра проводите встречи и так далее. И, в принципе, у меня уже как-то тоже автоматически получается выходить на этот режим. Вот. Ну и что хочу добавить, что да, это очень все результативно. То есть постоянно, находясь вот в общении, находясь на вебинарах и так далее, получаю, в принципе, какую-то новую информацию, мотивация постоянно какая-то идет. То есть это, в принципе, позволяет поддерживать действительно какое-то состояние такое, боевое, как бы хочется двигаться и так далее. То есть нету состояния такого, что
понижается какая-то работоспособность и так далее, наоборот. То есть получаешь заряд определенный, информация постоянно идет, и что-то новое открывается и так далее. Поэтому в этом плане, да, то есть я допустим, уже не представляю, если, допустим, прекратить там посещение какое-то и так далее, то есть на вебинарах и так далее, потому что ну, здесь постоянно вертится действительно, вот как когда-то говорили, из искры возгорится пламя, вот здесь фактически так и есть, то есть в принципе это и есть искра та, которая в принципе позволяет поддерживать постоянно как пламя. Как тебе это помогает двигаться наверх, вот, и энергия, ты часто мне говорил, что ты вот энергией заряжаешься. Да, да, но ты мне позвонил. Я же твой не спонсор, правильно? Ты как бы. Да, далеко. Да, в том-то и дело, что вы, получается, где-то на 4 уровня выше, как бы. И я когда пытался первый раз с вами поговорить, то есть у меня было предупреждение. Предупреждение такое, что как бы это, скорее всего, как это в других проектах обычно бывает, что это нереально просто. Всегда отсылают к своему спонсору, говорят, иди обращайся к тому, кто тебя пригласил. Вот все вопросы ему. Вот. А здесь как бы наоборот, здесь получилось, я обратился, вот, и сразу получил, в принципе, ответ и понимание, и вы ответили на все вопросы, причем я помню, вы сказали, у меня есть 5 минут времени, но вы тогда действительно дали мне больше времени, вот, дали больше информации и так далее, поэтому я, в принципе, благодарен вам. Потому что у тебя были серьезные вопросы, потом да. Я не хотел, чтобы ты ошибку делал, ты в самом начале там ошибку сделал, и поэтому ты был серьезно настроен, ты был дамом в другой программе, вот, поэтому я как бы тебе в этом плане исключение, больше времени уделил и так далее. Я уделяю всем время, которые хотят, как ты, цели поставили и двигаются вперед. И вот, у тебя уже ранг выше, чем у твоего спонсора, правильно? О чем это говорит? Что когда я МВ начинал, мне соседи говорили, о, это пирамида, это то. Понимаете? А я обогнал 39 ленивых американцев, которые подписались на 6-7 лет раньше меня. Вот. Поэтому это не пирамида. От вас зависит. Если вы больше вложите время, да, если вы не пропускаете никакие вебинары, да, и вы приглашаете больше людей, и вы растете быстро, да, меняете ранги, какая-то пирамида, если вас поздравляет как Даймонд в Дубае, а ваш спонсор, допустим, только Сафир. Какая-то, может, пирамида, если вы получаете миллионы, а ваш спонсор получает 50 тысяч в год, а вы получаете миллион в год. Поэтому здесь очень много денег. Кристи уже заработал 5,5 миллионов за год. Ну, никто не спорит в этом. Поэтому надо торопиться, ребята. Я на связи. Кто хочет купить Game NFT на 5 тысяч, на 12 тысяч с половиной или на 30 тысяч, соединяйте таких со мной. Я всегда на связи. Я сижу у себя в кабинете, вам видно, да? Картина на стене и так далее. Все, если вопросов нету, будем закругляться. Спасибо, Владимир. Окей? Звоните вашим спонсорам. Спасибо, Андрей Жариков. Спасибо, Людмила. Звоните всем своим спонсорам, а они уже будут работать со своими спонсорами голдами, перлами, сафирами, а они уже кого посчитают нужным серьезных людей, они уже соединят со мной. Ребята, окей? Два слова вам добавлю сейчас ко всей большой информации. Смотрите, вот сейчас Ультрон выводят на CoinMarketCap, заканчивается синхронизация, и он попадет, он пока находится у нас где-то так, он без квалификации находится далеко, но ближайшие 8-10 дней он уже появится, такая инсайдерская информация, он появится где-то на 70-м месте, он появится в первой сотне монет, и монета полетит снова вверх. Ее увидят уже все те, кто просматривает первую сотню, и эту сотню всегда покупают опытные трейдеры и опытные холдеры, которые держат монеты. И монета полетит.
Поэтому те ребята, которые имеют Gaming Hub NFT, я вам рекомендую докупить монет на любую сумму, на 100, на 300, на 200, на 500 долларов, на 1500, кто сколько может, да. А тем, у кого есть только Staking Hub NFT, купленные раньше, по возможности докупите Gaming Hub NFT, чтобы у вас был комплект, два вида дохода. Gaming Hub NFT будет быстрее приходить деньги, и а Staking Hub NFT просто будет больше. Вот то, что Виталик сегодня говорил, что даже 30% вот это монеты, которые наши Transformation там дают, откладываются как бонусные, они могут дать денег больше, чем вот эти 70%, которые сейчас деньгами отдают. Потому что рост монет, конечно, будет огромный. Поэтому вот этот момент учтите и расскажите это своим людям. Потому что опытные люди уже приготовились к большому росту Ультрона. Ну вот пока все, друзья. Теперь давайте до новых встреч. Завтра. Да. И просто напоминание, завтра... что абсолютно правильно Владимир сказал. Особенно обратите внимание на Game NFT, потому что он просто, ну, просто раскупается очень быстро. А если вы хотите стать акционерами, как Владимир, как Андрей Жариков и остальные лидеры, значит, и получать вот эти 10% будет делиться между нами, кто имеет Game NFT, то вам надо срочно брать Game NFT. Окей? И чем выше пакет, тем лучше для вас. Больше иксов, больше процентов вы можете получить. Окей? Иногда вот Габриэл как работает, что он, допустим, общается с двумя братьями, они скидываются, понимаете? Или две сестры, они скинулись, понимаете? Или спонсор со своим человеком, две подруги близкие скинулись, или там родственники они, понимаете, кланами заходят, но только один зарегистрируется, а деньги как бы три человека. И вот если три человека, каждый положил 10 тысяч, они уже купили на 30 тысяч, да, и они уже получат 800% прибыли, 240. А 240 разделить на троих, а кто-то делит на двоих, это намного лучше, чем вы возьмете там за 500. Вы понимаете? Окей. Ну все. Спасибо, Владимир, за напоминание. Я на связи. Завтра у нас в 8 вечера тренинг по обучению по кабинету будет. Поэтому приводите новичков, кто уже зарегистрировался, кто еще не разобрался, будем более подробно обсуждать бинар. Ну, по кабинету я проведу. По бинару, если нужно вопросы, я думаю, если Юрий будет, то проведем еще раз по бинару. Вот. Хорошо, друзья, тогда до завтра. Я на связи. Да, спасибо. Андрей, позвони мне.